братья, мы, русские Крыма, обращаемся к вам. Обращаемся в годовщину бомбардировки Югославии, которая привела к отделению Косово. Долгие века мы строили наше государство, защищали свои земли, молились в церквях. Во все времена нас объединяла общая история и общая вера. Потом и вашу, и нашу страну разделили. 10 лет Россия существовала в безвремени. В 2000 году мир считал, что нам осталось несколько лет жизни. С нами не считались, а просто приходили и брали, что хотели. У власти было больше тех, кто смотрел на Запад. А потом все изменилось. Путин и народ сказали: «Мы есть, и с этим придется считаться». Народ выбрал себе Путина, потому что почувствовал в нем свою силу и справедливость. 15 лет Россия копила силы и дух. И вот мы, русские Крыма, вернулись домой. Крым вернулся домой. Это была поворотная точка, и русские сделали свой выбор. Согласились на проблемы ради возвращения к самим себе, ради возвращения к исторической России. До Крыма было непредставимо, что Россия будет отвечать, пересматривать итоги холодной войны и навязанные мировые правила. Крым дал ответ на вопрос: что делать, если прижмут? Воевать за свое, цепляться зубами, не отступая ни на шаг. Россия выбрала свой путь. Теперь нас не оставят в покое. Будут предлагать променять свободу на демократию, а веру на толерантность. Но мы решили терпеть и бороться. Нам из России хорошо видно, как ваше правительство смотрит в сторону НАТО. Как кто-то готовит вас к отказу от самих себя. Мы верим, что это не выбор народа. Но верим и в то, что вы перестанете выбирать такое правительство. Братья, у вас тоже есть свой Крым. Святое место, обильно политое кровью тысяч предков. Место, в свой час сделавшее сербов сербами. На вас давят со всех сторон, но помните, у вас есть Косово, которое в свой час станет символом возрождения, вашим Крымом, знаком вашего возвращения к самим себе. Мы верим в вас, братья, и верим в Бога.